И снова об электричестве, но уже с хорошими новостями. Ремонт на электроподстанции Першутина завершен. Напомним, 27 июля из-за удара молнии здесь сгорело 2 трансформатора. Без электричества тогда остались 14 населенных пунктов, автоколонна и термоприбор. Несколько дней они питались от резервных привозных электростанций. 31 июля МАЭСК полностью восстановил штатный режим работы за счет новых трансформаторов. Пришли с аварийного запаса, с консервации с МАЭСКа, со складов. Вот. Ну, средний срок гарантийной работы такого трансформатора 25 лет. Ну, из практики, как показывает, трансформатор работает намного дольше. В перспективах на ближайшую пятилетку увеличение мощности на подстанции Першутина вдвое. Это ощутят жители близлежащих деревень. Подключение к электроэнергии для них должно стать доступнее.